четверг в Самарской области солнечно и без осадков, плюс 9, плюс 11 градусов днем, ночью 6-8 выше 0. Ветер южный 4-6, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, днем плюс 11, ночью плюс 8, южный 6 метров в секунду. В Тольятти солнечно, днем плюс 11, ночью 7 выше 0, ветер южный 6 метров в секунду. В Самаре ясно, плюс 10, в дневное время ночью плюс 6, ветер южный 5 метров в секунду, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 51%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.